Так, всем привет, с вами Принцесса Луна, и это новости Пони 3. Так, первая новость, это я перекрасила свою старую пони лаком вот этим. Да. Вторая новость, я сделала нормальную прическу, как в сериале Fluttershy. Третья новость, я нашла картонку, вот. Я буду просто говорить побыстрее. Просто уже несколько раз переснимала видео, да. Тут, если вы заметите, вот корона черная и накрутник, как я и говорила, в новости Пони 1. Вот, тут как прическа у нее клевая, я, в принципе, решила сделать такую прическу. Ну, подстричу ее немножко, но я не знаю, пока еще не буду. Дальше, значит, новость. Я купила вот этот блокнот зеленый. Он у меня без строчек. К моей радости, что можно наклеивать фотки всякие с понями. Вот сердечки тут. Эйджей, Флати, Рарити, Рэмбудеш, Твайлайт, Пинки и Дерки. Да, тут Луна, Рэмбудеш, Селестия Луна в виде кошек. И я срисовала Селестию, но не судите строго. Я сама знаю, что мордашка у нее не такая, как тут. Ну вот, Рэмбудешка я уже почти не делала. Значит, следующая новость, это я сделала вот тут такие странички с фотографиями пони игрушек. Я их буду делать в каталог, черно-белый. Вот тут, значит, такая собачка, еще какие-то это, и тут раз легенда про собаку Акита. Эту легенду я придумала, к сожалению, не сама, так как легенды я не придумываю. Вообще никто не придумывает. Вот, я отсюда его списала. Напечатала вот отсюда. Ой, этот набор вот такой тут шумняшный. Ну, если хотите посмотреть на этот набор, подробный обзор и распаковка, то посмотрите мой новый набор в этом коллекшн. Значит, простите за этот черный экран, который я всегда делаю, чтобы переносить. Ну и дальше без него не важно, да. Вот. Значит, следующая новость, подождите. Это я в школе, да, видела, очень лежало много у нас расписания уроков рекламных с рекламками. Ну, тут по краям рекламки, а в середине расписания уроков. И да, подружка разрешила учительнице его взять. Мы его взяли, вот она у меня висит на кнопочке, которых у меня великое множество. Неделя. Тут понедельник, второй, среда, четверг, пятница, суббота. Но в субботу мы не учимся, да, вот. Расписание цветное, наконец-то. Просто я, что у меня есть расписание с пони. Но я его, конечно, распечатаю в цветном, пока черно-белом. Значит, насчет цветного принтера. Да. У меня, как и у MLP Нотки, он очень крутой канал, отмечу, нет цветного принтера, нет. Я раскрашиваю вообще. Ну, значит, у нас есть типография, и мне обещали съездить вот типографию, распечатать там картинки. Значит, обещали мало, поскольку, значит, там дорого, они стоят каждые 20 рублей. Вот тут специальный красивый бумаги и очень хорошее качество цветы. В общем, я решила там распечатать все списание, может еще какую-нибудь картинку для вот этого блокнота зеленого, чтобы наклеить, вот, чтобы красиво было, да. Черно-белый, поэтому я еще не наклеила зеленый блокнот. Он однотонный, да. Следующая новость. Вот, я хочу извиниться за мое самое первое видео про пони, новинки моих поняш. Я его снимала на веб-камеру. Это единственное видео, которое я снимала на веб-камеру, да, чтобы себя показать. Но это я больше не делаю, да. Снимала на веб-камеру, вот, и получается, там было очень темно и плохо видно за плохое качество. И все равно кто-то мне даже написал: «Я обожаю тебя, Таняша». Да, я видела этот канал. Поэтому я, конечно, говорю тебе спасибо. Но
Пожалуйста, кто это смотрит видео, не судите строго, не судите. Знаете, я еще, да, не класс в снимании, у меня нет других видеоредакторов, кроме вот этого, кроме этой видеокамеры, да, веб-камеры. На компьютере там много всяких эффектов классных, которые мне очень нравятся. Да, конечно, с эффектами я там даже переборщила, может, но зато там были хорошие видео. Значит, вот, это новости, которые я хотела сказать. Ладно, всем пока, с вами была принцесса Луна.